Всем добрый день. Разгоняется футбол в Европе. Стартуют европейские чемпионаты. И уже набрал хороший ход российский футбол. Много ярких матчей в РПЛ. И, конечно, в нашей любимой Мелбет первой лиги. Мы с вами в Краснодаре, где сегодня местная Кубань принимает выскочивший на верхние места в таблице саратовский Сокол. Команда уже на поле. И судьи разыгрывают между капитанами начало и ворота. Это Сокол, если вы вдруг не знали. Бело-синие футболки, синие шорты и гетры. Состав Кубани на ваших экранах. Гурфов сегодня появляется в стартовом составе. Все готово к старту игры. Поехали, Сокол. Начинает с центра поля. И давайте пробежимся по составам команд. Начнем с Кубани. Александр Григорян, главный тренер, под первым номером в воротах Юрий Нестеренко. Пока нет вариантов продвижения атаки. Играет назад. Вот передача направо. Безадресно. Нет, там есть Темников. Темников, прострел или даже удар в ближний угол. Косарецкий спасает свою команду. Но как будто бы неловкая передача из центра поля пошла. И расслабились защитники Сокола. Гурфов хорош в борьбе. Выставил на ногах и на Абдокова покатил. Абдоков хорошо прокидывает дальше, тащит мяч. Он уже почти в штрафной. Передача в центр. Можно забивать. Это очень опасно, но нет реализации. Такие матчи называют матчами за тренера. Кубань показала, что они готовы рубиться за Григоряна. Гурфов забрасывает на Абдокова. Абдоков головой! Вот это момент сейчас. Нури вполне мог забивать. Два супершанса за две минуты создает Кубань. И снова Гурфов в центре внимания. Я думаю, что есть и шанс у него подняться выше первой лиги. Сокол в атаке. Чем ответит Сокол? Передача в штрафную на месте. Нестеренко поднимает правую руку. Наверняка это что-то значит. Давайте посмотрим за подачи на ближнюю штангу. Опасно! Скидка! И снова стандарт Сокола в действии. Но в действии и голкипер Кубани Юрий Нестеренко Брау. Ну и Брау, конечно, Сокол. Брау, Денис Бояринцев. Снова опасность после розыгрыша стандартного положения. Махатадзе. Проникающая передача, креативная. И можно играть нет офсайда. Это удар по воротам, ближний угол. Хороший дриблинг. И передача тоже есть. Открывается Морозов. И дальше подбор. Удар по воротам. Но там был свисток, судя по всему. По крайней мере, большая часть игроков Кубани остановилась. И сейчас предъявляют претензии друг к другу. Штрафной мяч летит. Абдоков. Попытка развернуться. Где мяч? Рикошет. И все. Косаревский забрал. И арбитр зафиксировал итог этой игры. 0-0. Кубань-Сокол в матче пятого тура Мелбет первой лиги. Были хорошие моменты у Кубани сегодня и у Сокола. Но команды в итоге разошлись.